Всем привет, это видеоверсия сайта военное-дело.com. Чавушоглу сообщил, что российский С-400 совместимы с системами НАТО. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский С-400 возможно совместить с системами Североатлантического альянса. Для изучения данного вопроса необходимо создать рабочую группу, заявил политик. Об этом сообщает Рейтер, ссылаясь на слова Чавушоглу во время Всемирного экономического форума. Как заявил Чавушоглу, на данный момент существует устойчивое мнение о том, что ПВО С-400 и системы НАТО несовместимы. Для исследования данного вопроса Турция предлагает создание рабочей группы, которую сможет возглавить Североатлантический альянс. При этом Чавушоглу отметил, что данное исследование не представляет угрозы для системы НАТО или же его союзников. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на сайте военное-дело.com.